Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Илья. А на экранах снова ваша любимая рубрика «Разоблачение фейков в PUBG и в PUBG Mobile». На очереди 108 выпуск. В этой рубрике мы занимаемся тем, что проверяем и разоблачаем разные странные не очень видосы по PUBG и PUBG Mobile. Но эти видосы находят и присылают наши подписчики. Сегодня у нас будет очень сочный и довольно большой выпуск, в чем проверим сразу 4 фейка. Так что устраивайтесь поудобнее, наливайте самый вкусный чаек, ну и разумеется, не забудьте про розыгрыш. Ведь абсолютно каждое видео я разыгрываю 300 UC или 500 G-коинов, смотря где вы играете. Чтобы поучаствовать, нужно подписаться на канал, написать комментарий с вашей идеей для эксперимента или какой-нибудь шуткой. Вот и все, вы участвуете, а вот в следующем видео я выберу и покажу победителя. Ну а под прошлым видосом победу одержал вот такой вот комментарий. Ну а мы начинаем. Когда в PUBG добавляют один скин на машину, это уже целое событие. А что если я скажу тебе, что есть бесплатная игра про Россию с открытым миром, в которой ты можешь играть также со своего телефона? И там-то выбор машин намного обширнее. Добро пожаловать на Барвиху РП. Это полноценный мультиплеер с голосовым чатом прямо у тебя в телефоне, в котором можно играть откуда угодно. И здесь, как и в жизни, ты волен заниматься чем захочешь. Вступай в семью и прояви себя как отважный мафиозник. Или можешь пойти служить в госструктуры, начиная от армии и заканчивая ГАИ и ФСБ. А также, как я и сказал, в игре куча автомобилей из реальной жизни на любой вкус. Их также можно тюнить как внешне, так и технически. А заработать деньги на тачку всегда можно на простых работах. Кроме этого, на Барвихе всегда проходит куча мероприятий и выходят постоянные обновления. Например, сейчас проходит война семей, где различные кланы сражаются за территорию. А буквально на днях вышло свежее обновление с новой порцией скинов и очень знакомыми нам локациями. Поэтому скачивайте игру по ссылочке в описании и залетайте на 5-й сервер. Я играю только на нем. А также вводи промокод Сеникс и получай 120 тысяч игровых рублей. А мы начинаем. Первое видео, как всегда, из ПК PUBG, так что давайте его посмотрим, а затем обсудим вместе с Артемкой. Смотрю первое видео. Что у нас тут интересного? Ну-ка, что там такое показывает? В ТикТок, ну-ка. Так, кидает молик, и он его тупо бахает. Нет, ты что, это фейк? Думаешь? Конечно. Ну, не знаю, у меня сомнения есть. Такое сочное, обосранное прям. А чё он тогда взорвался, от чего? Знаю, жить перестал. Ну-ка, попробуем. Хотеть перестать жить. Понял. Так, Артём, ты готов делать эксперимент? Так, ну давай вот я, например, сюда вот залезу, да? Так, для примера чисто. Ты тогда кидай мне прямо вот надо мной. Чем? Трикс. Над тобой. Да. Вот так получилось. А еще чуть ниже даже можно. О! А, ну да. Проверили. Разбил. Все, проверили. Что по хронометражу? Ну-ка давай еще раз, четко, чтобы было. Так, я так не успеваю. Не-не-не. Надо чуть-чуть прям. Я вот так могу просто. Не-не, прям мне в лицо кидай. Вот, разбивается, пожалуйста. Я уже в эту игру не играл, просто тысячу лет, я не помню. Метатель ТикТок, пожалуйста. Что, разбить молотов? Пожалуйста. Пожалуйста. Стой, да куда ты в холостую кидаешь? Я ж не стреляю. Давай я сейчас как-то это высоко сильно. У тебя еще остались? Да, вот да. Мои подбери, давай. Как-то по это, в лобешник мне прям давай. Так. Вот, прям перед лицом сейчас разбил. Ну-ка еще раз давай. Еще раз разбил перед лицом. Ну-ка давай еще раз, последний раз. Фиксируем, разбил! Все, Артём. О, пожалуйста. Короче, не фейк это. Но здесь, конечно, PUBG Mobile проигрывает. Такого там точно нет. Это вот я как эксперт знаю. Да там вообще там ничего нет. PUBG Mobile в этом. Оказалось, что бутылка с молотовым правда разбивается, если попасть в нее пулей. Причем попасть по ней тоже не составляет труда. Так что видео не фейк. Обязательно берите на заметку. Ну и, конечно, ждем подобной механики в мобильном PUBG. Второе видео на сегодня из мобильного PUBG, и оно вызывает очень много вопросов. Да и судя по комментариям, не у меня одного. Так что смотрим и летим проверять. Так, второе видео, да? Да, да. Там мега гайд. Что сделать-то надо? Так. Смотри, типа так плохо бросает, да. Ага. Че. Типа там какой-то обман системы, вот это метание. Но тут реально, знаешь, типа все это ломается об то, что можно просто с разбега кинуть, типа, по-обычному. И все. Мне кажется, оно дальше будет. Угу.
Ну вот сейчас давай выясним. Так, ну у меня айпада не имеется. А почему от айпада? Ну тут можно и... А он там на айпаде показывал. Да это не важно, Артём. Это просто можно переключать, это же механика. Ну я-то не знаю. Ну сейчас мы все сделаем, ты не переживай. Ну покажи тогда мне. Ну погнали, покажу. Ну пошли, покажешь. Так, ну вот смотри, тут как раз таки линии хорошие. Будем по ним, наверное, ориентироваться. Ништяк. Так, давай свои гранатки. На тебе вот это вот все. Да. Мне это не нужно. Ты иди тогда замеряй. Ну вот, давай на примере сначала дымовых гранат посмотрим. Я буду сейчас к ним их кидать, ты к ним подходи. Чтобы мы наглядно видели с ребятами, да? Где это происходит. Вот, смотри. Значит, ну, допустим, я не знаю. Ну, так-то я могу вообще хоть в небо ее запустить. О-о-о. Размечтался. Ну, для примера, вот здесь давай, например. А, ну, просто. Ну, так, чисто для примера можно вот здесь. Давай. Ну, вот, например, вот так вот, да? Ну, вот. Сейчас куда она-то максимум улетает? Сюда. Сюда? Хорошо. Теперь, значит, мы берем... Ну, переключаем, да, просто-напросто, вот так вот. Вот. Просто-напросто. Ну вот. Вообще ни о чем, как бы тут даже я вижу, да, где она упала. Да, просто насрано. Хорошо, сейчас мы дождемся и попробуем повторить тот трюк. A few moments later. Короче, как-то вот так вот он делал. Вот так. Вот так. И потом вот так. И кидал. О, и что это такое? Не-не, что-то не так, подожди. Сейчас надо видео понять. Что происходит? Там как на айпаде он показывал, что там тыкать надо. Ну-ка сейчас. Я так понимаю, что он держал типа этот накид и просто переключал режимы, а потом просто его отпустил типа. Короче, он зажал гранату. Угу. И в момент перед тем, как ее кинуть, резко поменял вот эту вот позу. А, я понял. Типа переключил, да? Ну-ка, сейчас будем пробовать. Так, ну вот для примера берем. Вот так вот. О, да! Нифига получилось! Говорю, работает. Жесть, она улетела, кстати, далеко. Ну вот для примера, давай, ты иди туда подальше. Я сейчас кину и дальним броском, и таким ближним баганым броском. Посмотрим, будет ли разница или нет. Вот примерно где кирпичная будка туда. Деревянная, она вообще-то. Ну, деревянная, да, извиняюсь. Вот так, смотри. Кидаю. О-о-о. Так, увидел, ну, вот да, где она? В кустах она где-то, да. В кустах, где-то. Хорошо. Смотри, теперь беру вот так. Еще раз, да? Опа, и баганы кидаю. О-о-о. Так же, да? Погоди. Баганы куда полетела? Туда же, где кусты. В то же место. Ну да, туда же, так же. По-моему, она вообще на том же уровне была. А вот для примера... В одно место. А вот для примера чисто, смотри, с разбега. Вот я делаю. Смотри, с разбега. Подальше? Да, конечно. Ну вот, типа, чуть дальше. Короче, я думаю, что это ничего не меняет. Просто ты кидаешь дальний бросок, но анимация будто ближний бросок. Угу. То есть это чисто визуальный баг. Стой, не убивай меня. Еще раз продемонстрирую зрителям. Тут просто ловкость рук ваших пальчиков. Грязно. Просто берете вот так вот, ставите и переключаете, и в самый последний момент вот так вот берете, и когда уже кидаете, переключаете, и она улетает высоко, Артём. Ты в шоке от этого? Мне по... И, кстати, по идее, ну-ка, работает, наверное, со всеми гранатами. Сейчас попробуем. В чем смысл, раз одинаково? Да, она со всеми гранатами работает. Она просто выше подлетает, и все. Смысла нет, просто, типа, можешь, не знаю, над друзьями приколоться, типа, там, знаешь, ну, как всегда. Бессмысленный баг, в общем-то, да. Просто в ТикТоке людей дурить. Что, Артём, скажем, фейк это? Что я вам скажу? Что это бесполезная вещь. Вам да, не понадобится. Это как бы не фейк, но это беспонт. Это вообще бесполезно. Хоть поначалу мы не совсем разобрались, как именно баг воспроизводится, все-таки воссоздать его получилось. Граната и правда летит и чисто визуально дальше, но на самом деле это обычный дальний бросок. Так что видео в целом не фейк, так как баг существует, но вот пользоваться им бесполезно. Летим дальше. Третье видео также из мобильного PUBG, и это очередной трюк. Давайте его посмотрим, ведь пора бы разбавить выпуск чем-нибудь эпичным. Так, PUBG Million. Угу. Смотрю, едет на буге. Давай. Ага. Едет. Подлетает. Подлетел.
Пересел. Забыл про кнопку прицела. Ага. Так стреляет. И всех уничтожил. Да. Ну, красиво. Ничего, удивительно, да. Я этого с первого раза сделал, честно. Да, это я буду делать, Артём, ты перестань. Ну, ты сделай с первого раза. Ну, погнали, повторим такое. Ну, погнали, повторим. Нам не сложно, как бы, всем приятно, давай. Да, давай. Давай. Погнали. Так. Так, ну, немножко не в том месте, правда. Опа. Я забыл включить режим. Понял. Попукал там два раза. Тут я такой влетаю и такой. И чё? И промазал. Сейчас точно смогу, давай. Только ты сюда же, в эту сторону упади. И все будет четко. Так я так же сделал. Ну, я понял. Я тренировался просто. Расскажи анекдот какой-нибудь, Артём. Чё сидим, молчим? Фу, заходит еврей в печь. Так, все. Так, чё, ехать? Ехай. Еду. Я как тигр сижу в джунглях, в кустах, вижу цель. Вот это панч, да. Жестко, да. Я как тигр, да? Да. Так, вижу, он какой-то додик едет. Сейчас я его догоню и накормлю его свинцом. Да. Кого ты там накормишь? Стой, короче, здесь, не надо никуда уезжать. Вот тут стой. Халтура, блин. Нормально, он там тоже стоял. Ты видео пересмотри. Ладно. Давай, бой с тенью, блин. Тут, короче, какие-то странные вот эти текстуры. Тут у некоторых он подлетает, на некоторых нет. Да. Вот тут сейчас будет полет, короче, жесткий. Все, я стою на месте. Давай. Халтурю. Тебе две пули надо нам обоим дать, чтобы мы сдохли. Но ты, короче, ты вниз, короче, съедь просто чуть-чуть. Давай. Ради справедливости. Так, он где-то там слева стоит, окей. Бой с тенью. О. И чё это? С компьютера не может, что за дела такие? Да. Он просто большую часть полета летит и закрывает баги, все, ничего не видно. Тут вот этой частью. Лети боком, типа. Чуть не прямо, а как ты там левее. Ты старайся, короче, не так далеко отъезжать. Ближе к краю строй. Стой. Ок. Строй. Ящик. Я приеду и разнесу все. Кента посади. Скент сидит. За что? О нет! О нет, что сейчас будет? О боже мой! Это же Мега Киллер 2008 едет. А ну. О боже мой! Не, слушай, это какое-то дерьмо, слушай, оно вообще не работает просто. Все, давай. Давай. Ты поболей за меня как-нибудь? Болею за тебя. Чтоб я там тебя убил достойно. Давай. Не слышно, запикивается. Бейте меня, пожалуйста. Вот, так понятно. Так, лечу. Запутать хочу. Все, даже в полете. Наконец-то, Илья, у нас было хп, просто вот эти сдохли бы мы. Наконец-то компьютерщик. Что-то у нас не выходило. А сейчас все получилось. Я ставлю вердикт не фейк этому видеоролику. Короче, это возможно. Теперь мы это точно знаем. 100%. Физика позволяет, как говорится. И да. Химия, и все, и позволяет. Короче, делайте такое, если есть возможность. Да, и химия, не балуйтесь, ребята, только. Пятерки получаете. Хоть трюк с виду и оказался легким, воспроизвести его было трудновато. Но все-таки я справился, и получилось один в один. Видео не фейк, так что берите это место на заметку, и можете также настигать врагов. Ну и последнее видео на сегодня, и снова у нас PUBG Mobile. Тут у нас очередной лайфхак, и давайте посмотрим, что там. Читерский баг. Да. Так, если на большой скорости поменять скин, то мотоцикл моментально остановится. Угу. Как сменять скин? Там кнопочка есть. А, да? И он прям стопится как вкопанный. Вот град работает на мотике и на даче. Так это же имба. Это имба полная. Надо такую разоблачать. Это можно пранкануть, так лететь на челика просто на всех парах. Да.
Он уже обосрался, смирился, а ты опа, и все. Ну-ка, попробуем. Я стою. Все, выключай свои тики-токи, мы едем. Правда, без бенза, надеюсь, мы сейчас нормально ворвемся. О, нет. Я прям сейчас попробую прям перед тобой остановиться. Давай. Чтоб ты обкакался от страха, Артем. Обосрался по да полной. Жестко, да, чтоб вообще прям. Жестко надристал, ну целый да. Унитаз говна. Хотя, мне кажется, у нас бензика не хватит, но сейчас попробуем. Ага, нет топлива, но ничего. И мы с тобой зафиксируем, так сказать, этот лайфхак, что это правда рабочая да, схема. Да. Вот представь, нашел ты на Эрангеле такой, да. Бегаешь, нашел мотоцикл. Нашел мотоцикл, садись. И берешь его с баллончика, перекрашиваешь. Садись, его нет. Сейчас прям покажу тебе, смотри. Вот летим мы, да, с тобой? Да-да-да, в чайхану и летим, давай. Сейчас вот как... Там уже это, крали подлетели и этот, дарксайдик забит. Да-да-да, все, смотри. Давай, блин, да. Сейчас, жесткий дрифт начался. Да-да-да, сейчас, нормально выйдем на ровную дорогу. Красиво сделаем сейчас. Давай-да. Вот смотри, сейчас буквально в момент остановимся, я в моменте, как песня ага. Такая есть. Давай. Смотри. Опа! Видал? Нормально. Ну это... Ну это лайфхак рабочий, короче. Это можно такую тему делать. Да вот на это, на третьей скорости летишь тупо на своем этом... Да, и заднюю включаешь передачу. Полиджи. И все. Да. И все. Не фейк, короче. Можно пользоваться. Оказалось, что этот лайфхак и тоже работает. И видео не фейк. При смене скина на даче и мотоцикле транспорт, правда, останавливается как вкопанный. Так что этим можно смело пользоваться. Ну а на этом у меня сегодня все. С вас лайки, комментарии, подписка и, разумеется, участие в розыгрыше. Но с вами, как всегда, был я, Илья, Киесеникс и Артем Лифанович. Всем удачи, всем пока и до скорых новых встреч.